Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Заебись. Там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны, я не хочу с ними разговаривать. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Круто! Это же круто! Да это ж круто! Виноваты ли мы? Да конечно мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Я реально прихерел. Это, конечно, печально. Это печально. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Великая компания, великий предприниматель. Супер гуд. Сомнительно, но окей. Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь? Я не могу от него отрекаться. Ну, чего от меня хотите? Он не мудак, он хороший человек. Подруга моя, 34 года нашей дружбы, куда деть?